Более 2 миллиардов рублей составила суммарная поддержка бизнесу со стороны Фонда содействия предпринимательству Тверской области. Речь о фирмах и организациях, которые считаются малым и средним бизнесом. В чем именно выражается эта помощь и на что по факту тратятся займы, вы узнаете из нашего следующего материала. Любой бизнес не может развиваться без комфортных условий кредитования. В нашем регионе их обеспечивает Фонд содействия предпринимательству Тверской области. В нынешнем году он уже добился хороших показателей. Объем поддержки превысил 2 миллиарда рублей. Эта сумма складывается из объема предоставленных займов, а также кредитов, которые владельцы фирм привлекли в банках с поручительством фонда. За первое полугодие 2024 года фондом предоставлено 122 поручительства на общую сумму, превышающую 900 миллионов рублей. Это позволило предпринимателям привлечь кредитов на общую сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Кроме того, фондом предоставлено займов, льготных займов на общую сумму более 400 миллионов рублей. Особо надо разъяснить, что такое поручительство. При получении кредита предприниматель не всегда может предоставить достаточный для этого залог. В таком случае можно как раз воспользоваться помощью фонда, который за это, правда, берет вознаграждение. Но в сумме не более 0,5% годовых от размера предоставленного поручительства. Этой мерой поддержки могут воспользоваться владельцы малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают на территории Тверской области не менее 3 месяцев и не имеют долгов перед государством. Фирма Александра Семашкина – одна из них. Основная продукция у нас сейчас – это мусоровозы. Вот на базе вот этих вот всех шасси мы делаем, мусоровозы собираем. А также канал промывочные, лососные машины, вакуумные экскаваторы, то есть машины для прочистки подземных коммуникаций, а также для безопасной выемки грунта. Среди заказчиков не только тверские, но и столичные коммунальные структуры, а также федеральные корпорации. В общем, предприятие динамично развивается. В нынешнем месте расположения лимит площадей исчерпан. Нашли новый участок на Московском шоссе. В разгаре строительство нового корпуса. А вот чтобы возвести еще один, по соседству, Александр Семашкин и воспользовался поручительством Фонда содействия предпринимательству. Здесь мы планируем построить еще один такой же цех, как вот здесь, то, что вы видели, точно такой же цех будет. Здесь будут стоять две покрасочных камеры, а одна дробеструйная камера, ну, потому что мы сейчас как бы с одной камерой не справляемся. Это позволит нам увеличить количество выпускаемой техники и ассортимент. За 15 лет работы в области Фонд содействия предпринимательству оказал помощь более 3000 субъектов МСП Верхневолжья. Суммарный объем поддержки превысил 20 миллиардов 400 миллионов рублей. Со всеми условиями ее предоставления можно ознакомиться на сайте фонда или посетив центр «Мой бизнес» Тверской области.